все были. Все корабли. Командир корабля, капитан Турал наверху. А полное водоизмещение более 7 тысяч тонн. Или 80 километров. А скорость полета бомбы 300 метров в секунду. Станция гидро, перечисленные. 8 ракет в залп, может сразу. Пальца, вани и семена. Один пальца, вани, сумитро, совет и семена. Дальность стрельбы. Пек, сам шип километров, ати, кепаха, сусимена. Сейчас мы находимся в носовой оконечности корабля. Вот. Ракеты «Калибр» доказали свою боевую мощь. Циркон у нас поставлен в прошлом году на вооружение. И вот с этого года он уже пойдет серийное производство, идет уже серийное производство. Внимание, ГКП! Находимся на главном командном пункте. Корабль находился в дальней морской зоне в районе Гавайских островов. В составе отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота. Товарищ председатель, рулевой управляет кораблем по курсу. Это маски. Как задается руль? Да. Автоматически? Или на масле, да? Не, автоматически. Вот это недавно мы спустили вот этот подводный лодку. Да, это показывали у нас.